Привет, друзья мои! Мы снова в игре «Хранитель кладбища». И у нас сегодня большая стройка. Большая стройка у нас на самом деле везде, но, наверное, в самую первую очередь у нас большая стройка будет в нашем подвале. Он же наш кабинет, он же наша мастерская, он же наша лаборатория. Да, потому что я накопила ресурсы, принесла их и вот поставила чертеж. У нас тут, во-первых, алхимический стол 3-го уровня. Уже мы знаем некоторое количество рецептов. Нам их, видимо, кто-то рассказал. Нам, правда, неизвестно, где взять экстракт токсичности, но я думаю, это мы тоже узнаем. И это, по-моему, была ручная мельница, что-то такое. Химическая мельница. Вот. Тут мы тоже что-то можем молоть, из него что-то получать. Например, из костей вот мы белый порошок. Так, побольше сразу всего. Из, так, крыло летучей мыши фиолетовый. Он же у нас порошок хаоса. Кишки. Ну-ка. Порошок жизни. Хорошо. Что еще интересного? А вот и все. Вот так-то, больше ничего интересного нету. На всякий случай, мы давайте посмотрим. Возможно, какие-то вот раствор токсичности, например, у нас появился. Можно его тоже исследовать, немножечко шариков получить. И все, похоже. Можем могильный камень изучить, но тут 3 веры придется отдать. Хотя тогда у нас как раз после следующей молитвы будет 20 веры, потому что 10 у нас лежит, ждет зомби, и еще вот у нас осталось 4, правильно? Да. Вот у нас куча-куча синих шариков. И красных, и зеленых на самом деле куча, потому что действительно фарма ресурсов в этой игре просто немерено. И стоит там немножечко там порубить деревьев, там каких-то железячек поделать, у нас все уже море-море этих шариков. Вначале самом казалось, что их будет всегда не хватать, но тут нет, их просто невероятное количество. Так. Я думаю, что первым делом мы изучаем консерванты, потому что я хочу заняться уже клёвым, сделать клёвые зомби. Потом хочу... Нам нужно написание книг для того, чтобы делать классные молитвы и получать много, еще больше веры. То есть, как вы поняли, я хочу вот к дополнению прям быть во всеоружии, заниматься дополнением только, а не вот каким-то фармом деревьев, поставить везде зомбей, и чтобы можно было делать только квесты и развивать свою там, что у нас там, таверну, вот. Так, стеллаж для книг, письменный стол 2-го уровня. Давайте посмотрим, что у нас письменный стол 2-го уровня. Ага, улучшаться он не хочет. Улучшаться он не хочет, он хочет, чтобы мы его заново делали. Ладно. Ладно. Производство бумаги, ну это такое массовое, это мы без этого переживем дальше. Давайте вернемся в анатомию алхимии еще раз. Двойная палета, препарационный стол 2. Возможно, на нем будет меньше ошибок. Давайте попробуем, возьмем. Хирургия. Хоть мертвые не подадут на тебя в суд, все равно следует быть аккуратными, чтобы не допускать ошибок при извлечении важных органов. Ну, слушайте, ну, правда. Правда, да. Нужно. Нужно это брать. Дистилляция. Дистилляционный куб 2. Подождет, наверное. Теология. Памятники. Наверное, нет. И, кстати, да, вот важно-важно. Это строительство. Нам нужен мрамор. Я балда. Потратила все, а нужен мрамор. Ну ладно. Думаю, что зомби-карьеру мы тогда поставим. Ну, то есть просто хотя бы будем иметь возможность. И тут у нас... ты знаешь, как работать с пилой. Циркулярные пилы более производительные. И камни твоя страсть. Прекрасно. В общем, сейчас мы все так немножечко подтянем. И посмотрим, что у нас тут вообще еще есть. Памятники, да? Но не хочется синие шарики тратить.
Так, алхимический стол. Экстракт токсичности. Что-то красное нужно засунуть. Вот, раствор токсичности. Раствор токсичности я не помню, с чего я получила. Да. Ну ладно. Белые, желтые все порошки скидываем сюда. Они нам в ближайшее время не понадобятся. И пойдемте, наверное. Ну вот. Арр. Нам нужно. Раствор токсичности нужен. Нам нужно. Вот, золотая инъекция. Золотой эликсир нам нужен. Создается на алхимическом верстаке для зомби или на алхимическом столе 2. Вот у нас есть алхимический стол 2. Нам нужно только понять, что тут с чем смешивать. Нам нужна кислота. Ну, для звездочета. Нам нужен экстракт токсичности. Хм. Может быть, нам имеет смысл пойти еще пошататься по нашему подземелью? О, там пришел кто-то молиться. Он что, каждый день может приходить? Ничего себе. А я не знала, я сюда обычно не захожу. То есть я случайно вообще поперлась через церковь. У нас маленькие такие запасы. Оградок на будущее. Ах. Ну ладно. По квестам мы вроде как особо ничего не можем сделать. Гере нужна серебряная бутылка вина. Кислоту нужна. Кислота нужна. Тут тоже серебро. Кстати, некрономикон. Да. Действительно. Я на всякий случай поясню, почему у нас нет зомби. Еще. Потому что... Хочу сделать клёвого-клёвого зомби. Чего я сюда вообще пришла? А, слушайте, а Вера-то у нас... Где-то я ее еще оставила, похоже. А, или вот здесь, например. А, да, 10 и 5. Все, 15. Нормально, я ее переложу все-таки. Вот в следующее воскресенье фиолетовое у нас будет уже два зомби сможем сделать. Нам только нужно... заняться... Это я подожгу, с вашего позволения. Трупы, короче, мы лишние убираем. Из них мы уже все вырезали, они пустые совершенно. Нам нужно заняться бальзамированием. Это всегда очень страшно, не хочется терять ингредиенты. Но, знаете, давайте, короче, рисковать. Все, я решилась. Это была долгая такая подводка, но я решилась. Будем химичить. Всякое разное соединять. Тогда мы узнаем новые рецепты. Пока что нам их что-то не особо говорят. Ну, будем создавать. Так, смотрим сперва, какой вообще принцип. Принцип у нас какой-то порошок, какой-то раствор и какая-то жидкость. Либо экстракт, либо какая-то кровь. Например, порошок замедления. Раствор, не знаю, скорости какой-нибудь нужно. О, раствор ускорения, так, чтобы было. И экстракт порядка. Ну-ка, сейчас будет кака. Ура, у нас две каки. Ну что ж. Токсичный порошок, порошок смерти. Как-то не хочется все это тратить, но, видимо, ничего с этим не поделаешь. А порошок смерти, раствор жизни, экстракт порядка. Еще две каки. О, кстати, они, их можно исследовать. Ну-ка. Сейчас исследуем. Хоть какая-то польза. Их нужно 4 штуки набрать, чтобы на что-то их разложить.
Это, конечно, хорошее подспорье для тех, кто хочет экспериментировать с этими рецептами. Они только место занимают, просто ужас. Так, потратим-ка, ну, в смысле, используем-ка мы эту историю. Ар, конечно же, у нас закончилась энергия. А, золотые нет, только есть медные. Ладно. Положим ее. Наверное, мы поспим. И вот это барахло тоже, кстати, надо убрать. Куда бы только эту слизь деть? Не совсем понятно. Ну, в общем, да, поспим, вернемся и займемся уже алхимией всерьез, причем даже на большой скорости, потому что подозреваю я, что это надолго. Все, погнали. Знаете, на самом деле какая-то у меня такая алхимия получилась не очень. Немножко выяснили два вот ароматизатора. Из него, видимо, какие-то благовония делают, которые мы еще даже не сможем использовать. И клей, который используется для вот этого вот инъекция клея, чтобы добавить одну черепушечку. Ну, нет, немножко полезно, но хотелось бы, конечно же, получше что-нибудь. Так, ладно. Все тут вот перекладываем. Наверное, мы еще разобьем, точнее, перемолим остатки наших там цветов всех. Вот из красных цветов у нас красный порошок. И так далее. В общем, да, надо еще это все тестить, работать. Ну или смотреть какие-то таблицы в интернете. Потому что пока что как-то, знаете, очень-очень непросто. Очень большое просто количество вариантов. И получается, да, долго. Так. И я думаю, что нам еще нужно основательно так побегать по подземелью. Хотя мы как бы типа отдали, конечно, гвозди и ведро с кровью, но явно там будет интересней, там будут, может быть, какие-то артефакты, там будут, может быть, какая-то слизь. Вот мы, например, уже добрались до голубой слизи, с которой мы, соответственно, получаем вот эту вот голубую, вот этот вот синий жилет, точнее, это из него мы получаем, что это у нас, экстракт ускорения. Ну вот. Так что, думаю, да, давайте-ка побегаем по подземелью. Шкаф нужен какой-то. Да. Очень хочется разгрузить немножко чемоданчик. А тут у нас... Ага, ручная мешалка. Ну-ка. Вот, у нас есть жир один. Мы его... Крылья. Тоже их размелим на... Ну что, это экстракт. Винишка, кстати, хорошо восстанавливает из жизни и энергию, оказывается. Так что винишка это даже не для того, чтобы отпаивать наше алкогольное привидение, которое живет, точнее, алкогольную черепуху, которая живет у нас в подвале. А и сами не прочь принять на грудь, так сказать.
Нужно место, шкафы такие большие. Ладно, ароматизатор сюда оставим. А инъекцию клея отнесем, так уж и быть, в наш морг. Кстати, я что-то, кажется, слышала звон. Точно. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну-ка. Чуть не сгнил. 10% это полная черепушка. Ну, такое себе, конечно. Тут не особо-то от него какой-то толк. Так что мы его сейчас быстренько переработаем. И сожжем. На органы пустим. Хотя можно сделать неплохой такой из 4 черепушечек. Труп и закопать. Чистенький, душистенький, но нет. Хочу клевое большое кладбище с красивыми могилами, в которых клевые трупы внутри лежат. Так что, что попало, мы закапывать не будем. Так, все. Это мы раскладываем аккуратненько вот тут вот. Потом мы это все разом возьмем просто и переработаем все эти кишки. Ну или, возможно, я помню, что там дальше будут какие-то испорченные кишки. Возможно, мы сможем эти сердца там какие-то использовать в будущем. Не знаю, для того, чтобы улучшить трупы. Посмотрим. Так, это у нас места для сожжения. Мы их заранее вот заготавливаем. 4 штуки можем сделать. Для настоящих викингов, так сказать. Вот. Из них мы получаем соль, получаем пепел, который тоже можем использовать. Так что да. Ну и похоронные сертификаты. Соль, пепел, наверное, оставим здесь. Кровь, черепа, не... Все это, блин, не отдали. Так, не оставили. Ну, ладно. Хочу действительно погулять основательно по подземелью. Тут у нас этот ослик со своим... Вот он же сейчас опять труп припрет. Ладно. Припрет так припрет. Никуда не денемся. А нет, я вроде не слышу звонка. Да, отлично, выспался. Все, мы бежим. У нас хорошее оружие. Да, хорошее? Хорошее. Остальной меч. Сейчас мы их всем наваляем. У нас 5 уровней пройдено. Причем, кстати, вспомнили же, на 5 уровне у нас там какой-то перк я хотела взять. Я не помню, взяла, не взяла. Сейчас посмотрим. Да, ты находишь ценные руды чаще. Так что мы сейчас отправимся на 5-й с 1 уровень. Там от души добудем руды. И вернемся, посмотрим, что тут у нас еще интересного там будет. Зона жертвоприношения, между прочим, это называется вот так-то. Зона жертвоприношения. Главное, чтобы тут не было сильно много руд, и нам не пришлось возвращаться. И все? Серьезно? Столько пафоса ради серебряных самородков? Кстати, я знаете, что подумала? Там же была золотая инъекция и серебряная инъекция, вот среди консервантов. Сейчас я вам напомню, чтобы... Вот здесь, смотрите, золотая инъекция. Не делаются ли они из золотого и серебряного порошка? Возможно, их тоже надо исследовать будет, золото и серебро, потому что у нас они вроде есть. А. И, соответственно, из них, наверное, делается инъекция, которая добавляет там каких-то много-много черепов. 2, по-моему. Ну все, мы на 6 уровне, тут нас раньше не было. Ну, чем мы так зашли буквально и вышли. Опа-опа! Крыло летучей мыши всего лишь. Это огненная тварь. Нас чуть... Ну ладно. Она и близко нас, конечно, не убила. Но она была пугающая.
И при этом нам вот так вот всего лишь крыло. Я надеялась, что дадут что-то, там какой-то новый ресурс. Так, я их вообще боюсь сильнее прежнего. Так. Я бы, конечно, тут лучше с луком ходила. Оп. Увернулись, убили. Синее желе. Ладно, синее желе нам нужно. Я опять забыла, что за синий у нас цвет. По-моему, ускорение. Продолжаем нашу давнюю традицию. Сперва мы идем вниз. О, смотрю, тут золото есть. Ну, или... Ну, наверное, золото, да. Так. Пугающая мышь. Ну, в этот раз мы сразу все добудем. У нас уже перки все нужные есть. Сейчас мы, кстати, пока тут бегаем. Во-первых, мы тут основательно, я подозреваю, накатим. Во-вторых, просто мы очень много шариков выбьем. Явно. Да, вот он, золотой самородок. Ну-ка, да, исследование. Доступен для исследования. Так что мы его исследуем. Видимо, на ручной мельнице там в порошочек перемолим. Будем вкалывать наши трупы. Чтобы у них такой был золотой румянец, сияние на лицах. Это же очень важно, когда он лежит в могиле. Так, все мертвые, все мертвые. Кровавленные гвозди. Надо уже их отмыть. А то мы их только копим. Вау. Ну нет, это не считается. Это не... Я так не играю. У нас нет места для всех этих прекрасных порошочков. Ай! Ой, у нас нет энергии. Накатить, накатить. Да. Не, ну мы только это не оставим. Пшеницу в баню. В баню, в баню. Тарелки в баню, у нас их дофига. Гвозди. Ну, не знаю. О, вот, зелье энергии выпьем для начала. Доски в баню. Вот, смотрите, все поместилось. Порошок смерти, кстати. У нас такого, по-моему, не было фиолетового. Как же мне нравятся эти мушки. Мне кажется, их надо выводить. Ладно, цветы. Жрать мы их так уж и быть не будем. Просто потому, что это время тратится на это. Так бы я и съела, конечно. Темно-зеленое это здоровье, я помню. Оно делается из компоста. Да, из компоста. Ладно, простые детали уничтожаем. А еще надо накатить венца, потому что у нас здоровье подхрамывает уже. Эх, семена. Ну нет. Семена, видимо, тут останутся лежать. Как, видимо, и доски. Нужно убить всех врагов. Что-то мы пропустили. Наверное, да, вверх-то мы не сходили. Все логично. Ладно. Ой, ой, сколько вас тут, ребятки. Мочи, мочи, мочим, мочим, мочим. О, вообще случайно попало. Так, ну, теперь точно пьем винишко. Я бы даже, знаете, кроме винишка, еще и зелье бы навернула. А зеленое, светло-зеленое, по-моему, у нас порядок.
Сейчас мы его тоже заберем, не беспокойся. Он спать хочет. Что же нам не нужно? Ладно, нам не нужны вот эти семена. Что он так активно хочет спать. Видите, у него энергия прям падает. Надо выбираться отсюда, конечно. Сейчас отправим его спать. И последний, давай. Чувак, во. Все, мертвый. О, зелье исцеления, все прекрасно. Доски оставляем, не жалеем о досках, у нас их довольно много. Вы это слышали, это же ослик, елки-палки. Вообще ослик сейчас не в тему. Но, видимо, придется и с ним пообщаться тоже. Еще нужно винишко еще приготовить. Сейчас мы поспим немножко и пойдем готовить, наверное, заниматься именно виноделием. Но сперва труп. Мы же не хотим, чтобы он там портился. Кстати, раз уж мы тут пробегаем, давайте все разложим. Порошки смерти, порошки хаоса, жизни, здоровья, порядка и ускорения. Смотрите-ка, я действительно их запомнила. Самородки это прекрасно, но, к сожалению... Для них нужна вера, а веру мы оставили не здесь. Все, бежим, бежим к ослику. Потом бежим, бежим спать. Ух ты, вот зараза. Сгнил, да. Но такой неплохой. Мы его сюда бросим. На вот этот вот еще есть какая-то надежда. Там 98. На 87, конечно, надежды нет. Ай, ну что ж ты будешь делать? Так, кровь, жир у нас... Однозначно убирает одну красную, ой, по одной красной добавляет одну белую. И еще какой-то тут орган есть с проблемами явно. Но вот который из них... О! Класс, слушайте, хороший, это зомби, это будет зомби, я с первого раза попала. Давайте еще его приклеим. А, время, ну ладно. Нужно время для бальзамации, не проблема. 6 из 6, больше нам он в ближайшее время ничего не принесет, так что можно смело ложиться спать. Вот так вот, все. Кислоту мы, к сожалению, не сможем принести, потому что у нас ее нет. Можем купить ее у Клео, у Клота, простите, но что-то не особо хочется, если честно. Так, тут у нас... Сейчас все это надо разгрести, порасставить по различным сундучкам. Так, металлолом. Тут оставляем серебряные слитки, золотые слитки тут оставляем. Кстати, у нас их уже так много, что мне кажется, нам уже пора учиться их переплавлять. Это у нас металлургии, подозреваю, да. Мы там, конечно, на что-то копили, но... Почему бы и нет?
Ну-ка, принесли ли нам... Ну, нам совсем капельку принесли угля, что-то нам совершенно не хотят его нести. Сосредотачиваются они на железе, вот он. Так, и слитки серебра и слитки золота. Да. Ну ладно, действительно, почему нет? Делаем слитки золота, думаю, что еще мы их найдем. Тут у нас ну, тоже 300. Не очень много, не то чтобы хватит, но ладно. Дальше, что у нас тут? А, ну все остальное у нас в морг только нести. Так что пойдемте посмотрим, возможно, сделаем еще одного зомби. Ну-ка, почти. Ладно, займемся пока что этим. Еще немножечко и будет готово то тело. Ну, совсем-совсем лафа начнется, конечно, когда мы закончим. Изучим рецепты вот этой вот золотой и серебряной эссенции и сможем делать эти золотые и серебряные бальзамирования, короче, которые убирают сразу два красных. Тогда мы сможем действительно делать классные трупы. Интересно, как-нибудь вот он обозначится, когда закончит? Или просто надо подходить, проверять каждый раз? Так, ну, это тут мы все оставляем. По-хорошему, все эти кишки, да, надо пойти просто во всякие там переделать эссенции жизни. По-моему, жизнь из них получается, если я не ошибаюсь. Конечно, может, и ошибаюсь. Я еще не настолько помню. Так, тут у нас все. Да, все. Смотрим сюда. О, шикарный. Прямо вообще обалденный. Делаем зомби. Так, воскресить. У-у-у-у. Класс. Ай, как я рада, как я рада. Я даже так рада, что не знаю, что с ним делать. Если честно. Вот у нас есть тут фермы, заготовки, точнее, для зомби-ферм. И мне просто интересно, что тут будет. Но вообще я, наверное, хотела бы, чтобы у нас деревом занялись. Или камнем. Так, создать. Улучшить качество фермы до второго уровня нужно всего лишь 12 удобрений. Знаешь что, дружочек? А займись-ка ты, наверное, у нас переработкой из железа. Вот так вот. Пока что. Да, мы пока... Нет. Мы пока сейчас займемся тогда виноделием. И займемся... Заодно там заберем удобрения, по-моему, там были запасы. Вот так вот, как вы видели, у нас довольно много уже винограда, но я не стала его садить не в удобренную почву. Решила посмотреть, что у нас за зомби-ферма 2. Для зомби-фермы 3 у нас уже нужно удобрение качества 2, у нас таких еще нету. Но мы можем тут что-то посадить, например, пшеницу давайте. И я не знаю, пока что она сама очень быстро так. Сейчас как-то надо его так схватить, вот. А, все, взяли. А, ну все. Не знаю, нафига он нужен. Но подозреваю, нужен. Возможно, он теперь будет автоматически выращивать у нас пшеницу. Всегда. То есть он будет, типа, семена получать. Ну, или что-нибудь в таком духе. Но я надеюсь, по крайней мере, на это. Специально вон кучу сундуков поставили для этого дела.
У нас теперь есть ведра с золотым соком. Возможно, мы сможем создать серебряный. Да, с 50% вероятностью мы создадим золотой виноградный. Золотое вино, а с то совершенно железным мы создадим серебряное. Ну, вот так вот как-то оставим их. Ведра эти, так, все, мы ничего тут не берем. По-моему, я слышала звон колокольчика, будь он не ладен, этот осел. Ну, единственный шанс, да, у осла его успокоить, вот прекратить вот эти вот ее вот доставки, это забрать морковку, которую мы, кстати, забрать не можем, к сожалению. Ну, либо заполнить морг. Вот. А тут у нас вообще, это просто труп, он у нас может валяться на полу, а тут может быть надежда на что-то хорошее. Есть надежда на что-то хорошее! Сегодня еще и воскресенье, слушайте, да мы сейчас сделаем второго зомби. Вот прямо, не прямо-прямо сейчас. А вот мы вот это вот красавчика с 6 черепухами бальзамируем клеем и идем молиться. И нам выдадут 6 веры, скорее всего. Я сейчас это обойду, чтобы не собрать вот эти. Все равно надо собрать их, потому что я... И так они у меня уже есть в сумке. Все это прекращать таскать с собой барахло, это постоянно. Как его прекратишь таскать с собой? Да его совершенно некуда положить. Количество ресурсов, конечно, в этой игре безумное. Все, мы молимся. Получаем свои 6 законных шариков веры. Так, народ-то пришел. О, смотрите. Мне кажется, с каждым днем все больше и больше. Получаем наши шарики веры и делаем второго зомби. Ну-ка, так, 4 есть, да, еще 2 докинут. Прекрасно. И, наверное, мы все-таки не будем делать зомби-ферму. Ну, ее в баню, пшеницу. Мы лучше пойдем и поставим их на дерево. Потому что дерево, если честно, я заколебалась копать сама. Это нудно, ужасно, эти бревна таскать по одной штуке. Все. Забираем своих 3 серебряные. Помните, как, когда было время, 3 серебряные, они прямо были такие, ого-го. Мы столько там какой-то там морковки продавали, чтобы эти 3 серебряных получить. А тут уже вот насобирали вообще за нефиг делать. Нету пока что. Недостаточно, ладно. Мы ее тут оставим вместе с кровью и жиром. Все. Этот труп я не буду пока сжигать, потому что хочу, чтобы было 6 из 6, чтобы осел чуть-чуть притормозил. Все. Что у нас тут интересного есть? Так, человечину мы не едим принципиально. Капуста, вообще не понимаю, зачем нужна капуста. Из нее что-то ничего не готовится. Свеклу давайте приготовим, почему бы и нет. Вот так вот. 21 кусочек свеклы. Все, мы ложимся спать. И на этом мы заканчиваем серию, как вы поняли. Я всем благодарна, что вы смотрели это видео. Были со мной эти там полчаса или не полчаса. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пишите комментарии, ставьте лайки. Вы, в принципе, знаете, что делать. Всем пока-пока!